В России очередная волна эвакуации школ. Сегодня якобы после получения анонимных сообщений занятия отменили в учебных заведениях Саратова, Самары, Красноярска. Об этом пишет ТАСС. Неспокойным день выдался и для Тюмени. Как сообщили в информационном центре правительства области, в полицию поступили сигналы о возможном минировании зданий школ. В родительские чаты стали приходить сообщения с просьбой забрать детей. Первая смена к этому времени успела доучиться, занятия второй отменили. Эвакуировали около 50 тысяч детей. Все здания обследовали сотрудники полиции. Опасных предметов не обнаружили. В пятницу занятия пройдут в штатном режиме.